Всем привет, ребятушки! С вами Алена, и я захватываю официальный Левин канал. Надеюсь, вы рады. Если не рады, то увы, я. На самом деле, Лёва просто отошел. Куда не скажу, зачем не скажу, насколько, наверное, тоже не скажу, потому что я не знаю. Вот, я решила втихую поэкспериментировать и открыть кейсы в КС-очке, потому что я очень люблю сюрпризы и нашла у Лёва под подушкой 2000. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, я просто люблю убивать людей. Поэтому со мной сегодня сидит тут лорд, скажи ня. Ня. О, какой няшка. Вот, и сейчас давайте без лишних предисловий просто откроем пару кейсов для разминочки. Лёва-то везучий, зараза, а я нет. А открывать мы сегодня, кстати, будем Хромо 3 кейс. Это вот недавно он вышел, буквально несколько дней назад, или недельку, я не помню, потому что я женщина. Там супер-пупер модные пушечки, но лорд мне объяснит это точнее, я просто буду смотреть красивенько и некрасивенько. Вот, ладно, давайте, вот 250 рублей, кейс, кошмар, это ж сколько булок хлеба-то. Вот, ладно, открываем. Лорд, ты видишь, да? Да, да. Ты все видишь? Вот он, она ползет. Слышь, она крутится. Сейчас... Она крутится! Она... О, блин! Ау! Так 9. Так 9, и чё? О, вот она. Ом-ахам. Зачем? КС Пробот. Да видишь, написал? Угу. Ом-ахам. Ну, это где-то 400 рублей. Клево. Вот, 250 у нас 400. Ладно, потом все это примем. Открыть кейс еще раз. Открыть кейс за 250 рублей. Давай. Может, что-нибудь хорошее выпадет, может, Лёва такой придет, а я так, ууу, Лёва, у меня тут ножик, не знаю, ножик же, да, самое крутое, типа, в КС-ке. Ну вот, минус один ножик, второй ножик проехал. Нет! Оу. Ну, здесь точно не больше сотки. Ну, прямо с завода, ну, да, это самые лучшие пистолеты, где-то, возможно, 70-75 рублей. Сейчас точно не цену. Ну, вот мы и окупили предыдущие. Но... Ладно, давайте еще разок. 250 рублей. Давай, крутись! Так, один нож ушел, второй, третий. Блин, оно как будто специально. Нож уехал. Аук, аук, розовенький выпал. Это хорошо, да? Да, это хорошо. А, ну, поношенное 270 рублей. Ну вот, вот уже хорошо. Это ну, это хорошо, наверное. Вот, да. Что, мы на 20 рублей купили. Ладно, давайте еще. На сколько кейсов нам еще хватит? Ой, намного. Все, едем дальше. Еще штучки 3, наверное, точно. Крутись, крутилка. Вот Лёва придет, а я такая, о, Лёва, я просрала 2000. Он такой, ну, не молодец, короче. Ну, блин. Г3С, Г1. Господи. Какие-то извращенские названия. Я говорю, да. КС-ки, это, как говорится, просто скорострелка. Охо. 30-35 рублей. Ну, синенькая, чего я ожидала. Я чуть-чуть понимаю. Нож крутой, вот. Синий, не крутой. Должно, ну, сегодня должно быть хоть что-нибудь прям вах. Прям вах-вах. Прям, ну... Красное что-нибудь. Ну, должно мне выпасть что-нибудь сегодня красное. Ну, пожалуйста, меня Лёва убьет нахрен. Это что? СЗ-75. Как? СЗ. СЗ-шка. СЗ-шечка. Ну, если верить, немного поношено. Угу. 140 рублей. Кстати, по моим расчетам, мы же пятый, да, кейс открываем? Да. Вот этот. То, ну, где-то мы ушли в 700 рублей. 700 рублей, а потратили 1000. Плохо. Ладно, давайте еще разок и... Ну, блин, ну должно сегодня что-то выпасть, давай. Даже еще. Не 700, а 500. Плохо, надо лучше, надо больше. Нужно больше. Почему так мало красного? Нет, ну, блин. Опять эти же, те же пистолетики, только хуже качество, по-моему. Так где-нибудь сейчас, рублей 50. Ты вот любишь меня обнадежить, конечно. Не, чтобы сказать, нет, Алена, они по-любому стоят еще 3. Ну, короче, там рублей 50. Ну, давай тогда попробуем еще разок. У нас осталось на... Как раз на два последних кейса у нас осталось. Авось. Поехали. Давай, ты должен, ты мне сегодня очень много должен. Я не знаю, как это, мне придется почку продать, чтобы Лёве деньги вернуть, наверное.
пукающий, да нахрен мне эта хрень! Блин, да что за... Вот, ладно. Ну, предпоследняя пушка, которая нам выпала, она где-нибудь будет стоить рублей 30. Я ненавижу. Ладно, не знаю, пойду в что-нибудь танец с бубном сделаю и помолюсь всем богам. Ладно, никуда я не пойду, потому что ничего это не поможет. Все, открываем последнюю. Если сейчас ничего не выпадет, я пойду продам Левин компьютер, чтобы он на меня не злился. Ой-ой-ой, сколько красного. Пролетела мимо. Да блин, так 9. Да нахрен ты мне сдался? Но он у тебя, по-моему, не стартрековский там выпал, так что он где-то будет рублей 130. Выпало розовое. А ушко одна. И все. Но она вот как раз, по-моему, 250 рублей. Что? Пистолет называется... А, это чувак, гинеколог. Ну тут пистолет, написано гинеколог. Я думаю, господи, почему? Почему ты такой? Ну вот в личном кабинете пушечки у нас есть. То есть они, как бы, они мне выпали. Сайт со мной согласился, что они мне выпали. И пускай в статус тут не отправляется по какой-то причине. Ну, ну видать, сайт немножко багнулся. Но главное, что они есть. И было бы намного трагичнее, если бы он сказал, что да, мы все тебе отправили, у тебя все есть, да, круто, а у меня там ничего нет. Ну, это со временем, думаю, решится и, в общем, не критично. Ну и, собственно, все. Мы просрали сегодня Левиных 2000. Знаете, на самом деле, мне это так понравилось, что, думаю, я пойду еще пошукаю у него под подушкой, может, там еще что-нибудь завалялось, может, как-нибудь еще что-нибудь откроем. Вот. Ну, на этом все, ребятушки. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вы готовы к тому, что я постепенно захвачу Левиный канал. Если нет, то печально. Вот. Ну, ладно, ребят. Собственно, всем пока. Всем спасибо, что смотрели на мои страдания. Я уверена, вам понравилось. Мне понравилось. Лорд, скажи «не». Всем пока. Ня. Какая прелесть. Пока-пока. Меня здесь держали насильно. Шись! Вы что, моё бабло просадили, что ли? Ни хрена себе. Ты усы сбрил? Нет. Иди. Пока усы бреешь, они твоё бабло просаживают. Хочешь еще? Да. Пойдем зададим твои усы. Ну я пошел. Кому Левины усы? Я пошел. Продам вместе с верхней губой. Цыц. Он там под одеялом сидит, хихикает. Так, открыть кейс за 0 рублей. Почему там за 0 рублей? Прекрати смеяться, ну Лёва. На демонстрационный режим. Ты так реагируешь, конечно. А, он вышел. Уходи. Все, кыш. Засранцы, блин. Хихикалки херовые. Все, потом ставишь неудачный момент в конце.